Государственный архив Тобольска оцифровал метрические книги и материалы первой переписи населения. Это самые востребованные документы, содержащие генеалогическую информацию середины 18 века. Теперь любой пользователь, зайдя на сайт управления по делам архивов Тюменской области, может получить сведения о своих предках, которые жили на территории Тобольской губернии. Оцифровку прошло более 78 тысяч единиц хранения, что составляет около 30% от общего объема документальных материалов, хранящихся в нашем архиве. Из уникальных документов это переписной лист Николая Лукича Скалозубова, губернского агронома, или, например, метрическая запись о рождении Савы Ивановича Мамонтова.